К другим темам переходим. Предельный цинизм. Боевики «Даиш» завербовали молодую женщину, которая страдает онкологическим заболеванием. По оперативным данным, она вместе с сообщниками готовит теракт на территории России. Спецслужбы сообщают, что террористы начали обрабатывать Ойгуль, так ее зовут, в Египте. Туда ее направили на лечение московские врачи. Сейчас 21-летняя девушка находится в Грузии. Там она вместе с сообщниками готовится совершить теракт. В этом ей помогают еще четверо граждан России. Это уроженцы Дагестана, которые из Турции прибыли в Тбилиси. Вот эта девушка планирует совершить самоподрыв в одном из российских городов. При этом родственники девушки считают, что Ойгуль до сих пор проходит лечение в Египте. Два раза оперировали, в каком у нее состоянии. Mm-hmm. Такая девочка была, а сейчас вообще у нее ужасное состояние. Mm-hmm. Даже не может ходить, кто-нибудь ей помогает. Сами братья, которые Бурденко оперировали. А, Бурденко она. Да. Mm-hmm. Они сами посоветовали, если сами они сказали, в Египте лучше будет. Mm-hmm. Ну, сначала ей лучше было. Три месяца она в другое лечение была. А сейчас какие-то капельницы она сказала, я не помню. Mm. В общем, сейчас сказать еще хуже стало.